Ну что, друзья, вы готовы увидеть мой самый лучший пак FIFA 23? Опять? Да, я снова поймал кумира в основу. Да сколько можно, спросите вы меня. А я вам отвечу, бесконечность не предел. Вышла у нас вторая командеха титанов. Я, в свою очередь, накопил кучу паков и пошел на Twitch-канале вскрывать все это дело. По традиции всем желаю приятного аппетита. Всем, у кого день рождения, с днем рождения. А кто болеет, ребята, скорейшего выздоровления. А я, в свою очередь, напомню вам о своих спонсорах. Это мои хорошие друзья из компании Пари, на сайте у которых можете делать ставочку на абсолютно любой вид спорта. В частности, у нас скоро Лига Чемпионов. Точнее, вроде как, прям сегодня. Челси сыграет свой ответный матч против Реал Мадрида. Ставочку можете делать по закрепленному комментарию. А если вы еще пройдете верификацию до конца, получите шикарный бонус. Фрибет в размере 1000 рублей. А если вам нужны монеты, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. Я сегодня настроен поймать зубастика Роналду. Я что-то посмотрел в телеге. Столько вы наловили, конечно, классного дропчика, что я прям такой... Может быть, стримец запустить и тоже попытать удачу? Падает первый кумир Оуэн. Ну, это хуевая версия, да? Опа! Дудик! 89. Это хорошо или плохо? О, нихуя себе кумир, друзья! Мексиканец, форвард. Спасибо, спасибо. Эрнандес 85. Открыл пак за 75к в магазине, выпал 94-й Оуэн. Меня мой подписчик забайтил, что это на его совести. На твоей совести открытый пак, в котором мне падает Тер Штеген. И второй пак с 15 игроками 83+. Будет ли кумир? Кумир есть, друзья, есть кумир. Так, физуха 82. Кто у нас с физухой 82? Хуй его знает. 41 защита. Дриблинг 92. Передачи говно. 96 удары? Блять, скорость все заруинил. Ёбаный рот. Ван Бастен, сука. Забайтил меня, блять. Блять, у Роналду 97-го тоже физуха 82, сука, блять. Так, ну чё, настало время кумира. Настало время кумира, друзья. Давайте его поищем в клубе. Давайте сразу начнем с Бразилии. Блять, пока тут нахуй по этим арендным пройдешься, блять. Так, Франция. Франция. Тут это все у меня было. Так, ну все это говно, я даже искать не хочу. Тут уже понятно, что это ебаная стена какая-то, блядь. Итальянец. Это не итальянец. Хотя, это итальянец, друзья. Это Неста. Тоти кумир Неста. Опять ебаный центральный ебучий защитник. Как вы меня заебали, блядь. Опять ебучий центральный защитник, блядь. Ну сил уже нет, блядь, нахуй. Ну посмотрите, это вот... Все мои центральные защитники, блядь. Топовый Рубен Диеш, блядь. Салиба, нахуй. Тоти Милитао, блядь. Мальдини. Маркес мне недавно упал. Куман, Серхио Рамос, теперь Неста, блядь. Чё это за хуйня, блядь? Они рофлят надо мной, я вам отвечаю, блядь. Они просто рофлят, блядь. Как тебе люто везет? Да я не могу назвать это везением. Сейчас немножко паки по 7500 пощелкаю. Это чё, блядь, нахуй? Это чё я скипнул только что? Сульшер. Карта с ударами 92 с пятеркой на финтах стоит 38 тысяч. Ну это пиздец. Бля, я вообще из виду упустил, что тут Стивен Джерард же есть пиздатый. Вот Стивен Джи поймать было бы пиздато. Так, ну что, мы на бездонатном аккаунте, друзья. Кумира нет, но тут есть Титан. Ну, вряд ли что-то хорошее. О, Кол, кстати. Кол это довольно-таки неплохо, я считаю. Для бездонатки, может быть, его даже как-то заиграю. Так, ну и второй пак, 83, 15 штук, открываем, тоже с плашечкой. Блядь, дайте кумира, по-братски, ну и яшники. Ой, блядь, ну Сульшер это уже не так престижно. Так, ну чё, получается, кумир на безнатном аккаунте. Отправляю сюда Далглиша, потому что я им явно играть не буду. Всего хорошего, как говорится. 90+, кумирчик. Давайте заценим тип карты, если так получится сделать. Это обычный кумир. Так, какие бутишки у него. Черные бутишки, черные гетры. Кто это? Бля, хуёж, это обычная карта, у меня уже тильт. Так, 86 физуха. 75 защита.
Бля, это Зидан? Это Зидан? Ебать! Нихуя себе, кто заскочил ко мне на бездонатный аккаунт. Охуеть. Прайм Зидана. Ладно, все, беру свои слова обратно, блядь. Охуеть. Это пиздато. Это 96-й Зидан, который на секундочку стоит почти 3 миллиона. А это дороже, чем и у Себи. Это, получается, моя самая дорогая карточка, которую я ловил. Ну, слушайте, тут у меня прям две топовые иконы сборочки попадали. Плюс, бля, вот многие фига недооценивают, но я за него уже 200 матчей отыграл. И хочу сказать, что это прям ебейшая карта. Бля, я Нраш тоже мне очень сильно понравился. Это тоже, вот знаете, одна из тех карт, которая стоит копейки, там, блядь, 70 тысяч, блядь. Но при этом он прям такой ёбарь. То есть пятерка на финтах прям очень сильно решает. Да, друзья, это Зиданчик 96-й. Мне на основном аккаунте уже падал 94-й, его средняя версия. И тут на огонючек зашел 96-й, который на секундочку стоит почти 3 миллиона монет. И он становится самым дорогим кумиром, который падал в этой части FIFA. До этого был Эусебио. Вот так уж получается, теперь и Эусебио, и Зидан играют на моем бездонатном аккаунте. В целом, мой бездонатный аккаунт уже выглядит чуть не лучше, чем мой донатный. Я уже успел за него поиграть. Первое время, на самом деле, я его не очень распробовал. Каким-то он мне казался тележным. Но потом, как заиграл, начал отдавать ассистики, голы классные забивать. Короче, чё я выёбываюсь, бля? Карта стоит почти 3 миллиона. Она по умолчанию не может быть хуёвой. Поэтому Зидан прям вообще топчик. Ну, потом понемногу, помалу я еще каких-то кумиров ловил. Но там одни бичуганы были. Вот Ван Бастена себе 95-го рейтинга дубликатом поймал. Так, друзья, велочка на основном аккаунте отыграна. Давайте посмотрим, что мы можем получить. В красных пиках вроде там команда недели полная срань, хотела сказать. Но есть Донарума, которого можно залинковать в основном составе, окей. Это уже выглядит как что-то неплохое. И третий пик, 87, нормально. Ну, окей, пойдет, как рейтинг, куда-нибудь запихну. Также тут у нас есть пик на героя, титана. Ух, какие карты красивые, бля, Стиви Джи. Я его затестирую, друзья. Но его, в принципе, можно купить, поэтому я возьму Зиданчика. Миксану его со своим вот этим, вот, и у меня получится Зидан и 14 матчей. Окей, пики 84+. А где плюс? Вы видите где-то плюс? Я вот не вижу плюс. Ебать, 4,84. Ну, просто охуеть. Второй пик. Вау, есть 85-й. Это пиздец. Одним словом, друзья, это пиздец. Чё это за хуй? Три игрока 85+. Кумир, ну-ка, пожалуйста, что-нибудь хорошее. Хави, нормальный Хави. Нет, конечно же, это бомжатский Хави. Ну что, друзья, Weekend League на бездонатке у меня отыграна. И это был какой-то просто лютый пиздец, одним словом. Точнее, двумя словами, получается. Шел я, значит, 7-0. Я думаю, вот, ебать, я научился играть. И потом, блядь, пошло-поехало, блядь. 4 луза подряд, я в тильте, короче, я тупо добил до 11 и не стал играть в эту хуйню, блядь. Я 1000 раз говорил, что система подбора в этой игре — это просто, блядь, какой-то ебаный пиздец. Простите, если много матерюсь. Так, 2 пика у нас тут тем временем. 86-й, здравствуйте. Ну и второй пик. О, классно. Пандос, спасибо за подарок. Ты настолько преисполнился, что делаешь 14 побед с запасом. Да, если бы. Я больше не буду даже пытаться делать 14. Мне мои нервы дороже. После 7-0, блядь, там просто такой пиздец творился. Но я вам такой маленький фрагментик покажу того, что там происходило. Да пиздец, блядь. Что это, блядь? Ой, блядь, вот из-за этого я проигрываю, блядь. Вот из-за этого, блядь. Из-за этого, что два долбоеба, блядь. Просто, блядь, нагибают там друг друга раком, блядь. Да, блядь, что мне залетает, нахуй? Ну что мне залетает, блядь, нахуй? Что мне залетает, блядь, нахуй? Это пиздец, блядь. Ну что это опять отскакивает? Ну не бывает такого, блядь. 7 матчей подряд выиграл. Тут просто, блядь, какой-то пиздец начинает происходить. Что опять, блядь? Что за отскоки? Господи, боже мой, ну это как, блядь? Что это? Вот это что, блядь, нахуй? Что это, блядь, нахуй?
чё это, блядь? Просто, блядь, 30 тысяч отскоков, блядь, и гол. Пизда, блядь. Гондонская игра. Что? Что, простите? Что, блядь? О, господи, дай мне сил, блядь, позже. Какое, блядь, чудо я играю, блядь. Это просто невероятно. Охуенно, да, когда голкипер уворачивается от мяча? Смотрите, мяч в него летит, что он делает? Он просто отходит, открывает угол, блядь, и типа, о, на, забивай. Боже, как же игра генерирует говно, блядь. Кстати, друзья, я прикупил себе вот этого красавчика, который видите сейчас на экранах, за 600 с копейками. Сейчас он стоит 700 с копеечками, то есть я уже в профит как минимум ушел. Есть идея запилить с ним классный видеоролик и в целом отыграть Викинлигу, пытаясь бить только лонгшоты за Роберто Карлоса. Если вы одобрите эту идею и поставите 10 тысяч лайков под этим видосом, то в ближайшее время я осуществлю эту безумную идею. А на сегодня все у меня, друзья. С вами был я, Пандос FX. Спасибо, что смотрите меня, и всем хорошего настроения. Чао, какао.